Здравствуйте. Как обещал, продолжение печальной истории одного неудачного копчения. Ссылка вверху экрана. Для тех, кто уже смотрел, вкратце напомню. Коптил магазинный полуфабрикат, колбаски гриль. В результате получил пересоленный, чрезмерно копченый и к тому же еще и кислый продукт. В причинах пересола и чрезмерного копчения разобрался сразу. А вот с кислым вкусом все несколько сложнее. Обещал выяснить причины и снять видео. И еще, действительно ли продукт испорчен? Буду разбираться. Итак, зрители и, надеюсь, подписчики канала в комментариях предположили, что причина кислоты в приготовлении и качестве полуфабриката. Я склонен к такому же выводу. Так как сама технология копчения отработана, испытана многократно и в процессе не нарушалась. Но все же в чем причина? Что не так с полуфабрикатом? Загуглил, собрал возможные предполагаемые причины возникновения кислого вкуса, методом исключения надеюсь найти ответы. Качество продукта. Имеется в виду, что продукт уже был прокишен на момент покупки. Такой вариант можно исключить. Продукт достаточно востребован, и там, где его приобретал, он не залеживается в сезон шашлыка, гриль, барбекю. Некачественная оболочка. Органическая коллагеновая оболочка низкого качества. Но в моем случае колбаса была в натуральной оболочке, в кишке. Причина точно не в этом. Неправильный посол. Смысл в следующем. Недосоленный продукт в процессе подготовки к копчению скис. Но это точно не мой случай. Напомню, в результате копчения продукт пересолен. Недостаточное подсушивание полуфабриката перед копчением. Действительно, перед копчением колбаски подсушивал, как обычно, 3 часа под вентилятором. Но об этом чуть позже. Неправильно подобрана щепа. Исключу сразу. Щепу использовал ту же, что и обычно, микс дубовой и ольховой щепы 5 к 3. И вообще не думаю, что классические для копчения породы древесины могут давать настолько кислый вкус. Повышенная влажность щепы. Также нет. У меня щепа достаточно сухая и каждый раз перед наполнением дымогенератора подсушиваю ее. В разные периоды по-разному, но подсушиваю всегда. Исключительно для того, чтобы снизить вероятность зависания щепы в дымогенераторе. О кислом вкусе даже не задумывался. Недостаток воздуха в зоне тления. Вероятно, надо понимать, низкая температура тления щепы из-за недостатка кислорода. Вот тут соглашусь. Сам столкнулся с этой проблемой в начале коптильного сезона 2021 года. Снял об этом видео, ссылка вверху экрана. Но в том случае продукт не был кислым. Появилась легкая кислинка, не портящая вкус. Тогда достаточно быстро определил и устранил причину. Влажная поверхность продукта. Компоненты дыма не осаждаются на продукт, а растворяются в воде на поверхности, образуя органические кислоты и иные соединения, не участвующие в процессе копчения. В результате кислый или горький вкус и неприятные привкусы. Об этом тоже чуть позже. Проблема с качеством дыма. Якобы дым бывает легкий и тяжелый. Тяжелый дым дает кислоту и горечь. Ну такое, легкий, тяжелый, мне это ни о чем не говорит, так себе определение. В моей коптильне предусмотрена достаточно глубокая, в несколько этапов, очистка дыма от аморфных углеродов, то есть сажи, золы, пепла, угля, и от полиароматических углеводородов. Предусмотрены отведение и сбор конденсата. Думаю, такой дым можно назвать легким. Таким дымом коптил 2 сезона, а с проблемой кислого вкуса столкнулся только сейчас. Качество дыма как причину исключил. Недостаточная тяга. Ну, это тот же случай, что и недостаточно воздуха в зоне тления. Об этом я уже говорил. В итоге остаются 3 возможные причины. Качество приготовления полуфабриката, недостаточное подсушивание полуфабриката перед копчением, и влажная поверхность продукта.
Полуфабрикат оказался действительно низкого качества. В продукте оказались не жующиеся части плевы, сухожилий и тому подобного. Какие-то обрезки, отходы. Понятно, это не могло стать причиной кислого вкуса. Но кроме того, сразу после покупки колбасок обратил внимание на то, что они уж слишком мягкие. Как будто бы внутри не фарш, а какая-то жижа. Заметить заметил, но никак не отреагировал. И только теперь пришло в голову, что производитель в некачественный фарш мог добавить воду и еще какую-то гадость, связавшую фарш и воду. Цель понятна. Продавать воду по цене мяса – выгодный, низкий, бесчестный, но выгодный бизнес. И вот такие колбаски я подсушил 3 часа под вентилятором. Не рискнул оставлять сырой продукт на воздухе в жару на более длительное время. Атмосферная температура в это время поднималась до 37 градусов по Цельсию днем. Ночью тоже было жарко. Надо сказать, поверхность продукта после такого подсушивания была действительно сухой. Но, вероятно, уже в коптильной камере оболочка продукта отсырела, влага из продукта вышла на поверхность. Вот похожий ответ. Продукт содержал излишнюю влагу, был недостаточно подсушен, отсырел в коптильной камере и в результате копчения приобрел кислый вкус. Вывод. Продукт, содержащий значительное количество влаги, перед копчением надо не просто обсушивать на поверхности в течение нескольких часов, а подвяливать в течение нескольких суток. И, наконец, насколько все плохо с копченым продуктом. В предыдущем видео я сгоряча назвал продукт испорченным. Был неправ. Вспылил. Но теперь считаю свое предложение безобразной ошибкой. Раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить и искупить. Продукт пересолен, то есть содержит высокую концентрацию соли. Соль, как классический консервант и специя, широко применяется в кулинарии. Продукт перекопчен, то есть высокая концентрация коптильных веществ в продукте. Коптильные вещества – консерванты, специя, применяемые в кулинарии. Продукт кислый, то есть высокая концентрация органических кислот – уксусной, муравьиной, ну и других. Органические кислоты – тоже консерванты, специи, применяемые в кулинарии. В итоге имеем не испорченный продукт, а мясной продукт длительного хранения, содержащий повышенную концентрацию специй. Согласитесь, так звучит гораздо приятнее. Остается найти применение сырокопченым колбаскам гриль. Этим я займусь в одном из следующих видео, ссылка вверху экрана. Если ссылки на момент просмотра нет, значит, видео еще не готово к публикации. А в этот раз у меня все.